Всем привет, посылочка с Алиэкспресс. Открываем, смотрим. Двойная такая упаковочка. Так, вот такие вот, ну, написано Крукс, папочки женские. Слишком много бумажек. В общем, вот такие папочки, это стоили 10 рублей, ну, 11, да, 11. Дошли довольно быстро, мягенькие. Цвет именно тот, как было у них на фотографии. Размер тоже. Ну, понятно, это надо мерять. Даже такие вставки, чтобы форму они не потеряли по дороге. Чтобы их не помяли. Но они довольно легкие. Вроде бы все целенькое. Нигде никаких. Дырок, царапин, там я не знаю, чего еще может быть, но она отлита цельная, такой мягкой какой-то резины, мне кажется, даже она там пористая, там шлёгенькие вообще. Ну и так вот, кому интересно, смотрите, ссылка внизу. Всем пока.